Всем привет, друзья! Привет из Анапы! Узнаете место? Плачущие горы. Вот здесь что-то такой бардак. Продолжаю гулять. Дошла вот район Плачущих гор. Вот, смотрите, тут обвал какой был. Видите? Так место мне это нравится. Написано опасно. Ко мне пад. Видите? Ну, тут убирают, всегда чистят. Видимо, к сезону. Будут убирать. Это все вот сверху летело. Сейчас пройдем туда. Посмотрим, что там. Солнышко сегодня нет, день такой пасмурный. Это наш высокий берег. Сегодня штиль. Смотрите, какое море чистое. Щебенку привезли. Увеличивают пляж. Вон, смотрите, с этой стороны порядок наводят. Лебедей сегодня нет. Уточки плавают. Такой день хороший. Солнышка нет. Пасмурно. Но тепло. Вот видите, мужик впереди идет. Купался. В футболке, который. Очень много купается. Он, женщина, заходит в море. Ну, это, наверное, люди севера. Сейчас посмотрим, сколько градусов у нас сегодня. Обычно там на табличке при входе. Я сегодня пришла с другой стороны. Сейчас будем выходить в центре и посмотрим, сколько воды, сколько тепла. А люди расходятся, время обедать. Ох, я сегодня погуляла 2,5 часа. 22 минуты. 11 число. Вода 10, воздух 14. Ну, тепло, я вам скажу. И купались. Я пока общалась по телефону, смотрела, люди купаются. Буду подниматься сейчас наверх. Высокий берег наш. О, купается. Плавает. Порядок наводят. С
Смотрите, какая клумба красивая. Декоративная капустка. Вот это очень красивая фанила фрайс метельчатая. Вот кустарничек какой красивый. Кафешка. Порядок наводит. Че она пожелтела? Обычно они такие зеленые. И тигры вон лежат. Порядок наводит везде. Или это такая порода, что она какая-то желтенькая. Отошла чуть-чуть от моря. Хочу вам показать, какие красивые сейчас кустарники в районе Дилуча. И смотрю, тут уже пооткрывались кафешки, столовые. В этом районе всегда народу много. Очень много всегда людей. Ну, а я направляюсь к Дилучу. Сейчас посмотрим там эти растения. Так, мне нравится район Дилуча. Здесь всегда ухожено. Здесь столько красоты, столько кустарников, различных деревьев. И вот я вам сейчас покажу. В прошлом видео я все никак не могла вам показать, как цветет магнолия. Вот она. Ближе подходить и не буду. Тут вот она. Вот видите? Сейчас я увеличу. Очень хочется посмотреть цветочки. Вот видите? Немножко трясет, увеличила, видите? Вот она красавица. Красавица. Какие цветы. Ну, а тут вечно зеленые. Рядышком травку побрили хорошо. Клумбочки. Вот очень красивые кустарники. Боже, какая красота, какая красота. А вот еще рядышком. Вот я вам показывала, а вот рядышком. Видите? Можно чуть-чуть увеличить. Там китайская роза, кажется, дальше. Вот она. Красная. Очень красиво. Вот с этой стороны, смотрите, как видно хорошо. Вот. Цветочки развернулись сюда, потому что тут ветер. И вот их прям видно хорошо, как. А это у нас береза. А вот еще, смотрите, какие красивые. Вот это с той стороны вам показала. Вот здесь можно поближе посмотреть. Вот это красное, не знаю, как называется. Кто знает, напишите в комментариях. Ну, корпусов очень много. Я обычно гуляю. Захожу сюда вовнутрь, никто тут не выгонит. Походишь, посмотришь, выйдешь на ту сторону, где остановка. Можно вот с этой стороны выйти. И вот так вот вокруг Дилуча погулять. Здесь очень много красивых кустарников.
Сейчас дальше пройдем и покажу. А вот смотрите, какая красавица. А вот смотрите, какая красота. Это вот в районе Делуча. Вот наш Делуч. Центральный корпус. Ну, сейчас подойду к выходу. Точнее, к входу центральному. Я так гуляю, вот обошла, иду с моря и решила вам показать. Как раз надо словить вот эти вот денечки, когда все цветет, когда кустарники и цветы, и можжевельники, все цветет. Вечно зеленые начинают набирать краску. И в районе Делуча здесь такое буйство красок. Просто-просто без ума от этого района. Вот, смотрите, ну туда сейчас мы пройдем с вами. Погуляйте со мной. Наслаждайтесь улочками нашего города. Видите, какая красота. Тут что-то новенькое посадили. Тут на днях были какие-то желтые цветочки. Ну, а тут, смотрите. Ой, какая красота. И ароматы какие. А вот эти кустарники я вам уже показывала в прошлом видео, когда гуляла. Не говорила вам, что на цветочках столько пчелок. Вот видите. Туда дальше желтые цветочки на кустарниках. Сейчас мы пройдем. Погуляем еще здесь. Дошла до Делуча. Наш центральный вход, центральное здание. Здесь уже тюльпанчики какие красивые расцвели. Смотрите, какие декоративные, коротенькие, такие невысокие. Причем все натурально. Женщина прошла, говорит, и причем тут все натуральное. Она имела в виду живое все, что все живое, видите? Ну, а я с вами прощаюсь, уважаемые мои зрители. Увидимся в следующем видео. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба над головой. Приезжайте в Анапу, у нас уже можно купаться и хорошо отдохнуть, как всегда. Анапа любит вас и ждет. Подошла ближе, посмотрите, как распустились. Боже мой, какая красота. Вот, а тут еще клумбочки. Ну вот фиолетовый я вам уже показывала. Уже с вами попрощалась. Я думаю, ну вот еще, вот еще. Тут уже тюльпанчики вовсю расцвели. Так, ну все, будем прощаться. Пока.